Розовый сад. Пройдемте, гражданин. Пройдемте. Вот конец октября. Понятно, что от роз много не осталось. Тут надо приходить в другой сезон. Я и прихожу в другой сезон. Но тоже любопытно посмотреть, как это выглядит в такую золотую осень. Можно было бы посидеть, но я лучше погуляю. Тем более, что отсюда открывается шикарный вид на старинный город Берн. А вот, кстати, еще и розочки маленькие тут. Вот этот классический вид. При нужном освещении он еще более эффектно предстает. Ну и сейчас хорошо. Легкая-легкая дымка. Вот сейчас необычно пустынно здесь как-то. Обычно здесь народ сидит на лавочках. Но сейчас время такое обеденное, предобеденное. Хотя перекусить-то можно и здесь. Кроме того, можно вот здесь на скамеечке посидеть с профессором Однокамушкиным и спросить его насчет его формулы, как он до нее дошел. Но на Ньютона там якобы яблоко упало, а как его-то осенило? Или это его жену все-таки осенило, а он все себе приписал? Об этом до сих пор идут всякие домыслы.